1000 рублей. Раз. 1000 рублей. 1250. У нас прямо целое соревнование. Итак, 1250 раз. Бобина с квартетом Константина Хазановича и Билли Новиком, подчеркиваю. Не знаю, будет ли завтра Билли Новик или послезавтра, этого никто не знает. Возможно, даже он сам. Поэтому... Да, будет ли Барды Хэнс, тоже никто не знает. Как-то мы дожили до 5 лет, и слава тебе, Господи. Итак, 1250 рублей раз. Есть ли еще желающие в этом баре получить такую замечательную бобину? С караваном из Чероки. С караваном из Чероки, да, и с голосом Билли Новика. 1250 рублей два. 1500 в дальнем углу по картине. Не боюсь этого слова. Да, кстати, я уже забыл, как это выглядит, но это суперпленка Свема. Вряд ли этот завод что-то еще выпускает с тех самых давних пор. Но каким-то чудом это сохранилось у нас. И вот раритет такой за 1500 рублей. Молодой человек у картины. 1500 рублей раз. 1500 рублей два. 1750. Девушка, как вас зовут, простите? Ирина. А, Екатерина. Екатерина не уступает по этому первенству. И, соответственно, 1750 рублей Екатерина раз. 1750 рублей, опять же, Екатерина ведет пока в этом конкурсе два. И 2000! Ничего себе! Две. Там тоже показали руку или вы бармена называли? Простите, я не очень понял. На диванчике. Главное, что не ихтиан. Главное, что не ихтиан, совершенно верно. Так вот, я уже 2000, да, постановились? Да. 2000 рублей, молодой человек около картин. Раз. 2000. Два. И больше желающих нет? 2250. Вау! Что-что? Карты? Карты можно платить, Маша? Или это только кэш? Можно. Это надо у бармена спросить. Можно ли? Да, можно платить карты, да. 2250 рублей раз. Да, понеслась. У нас добавился новый игрок, да, в нашем замечательном розыгрыше. 2250 рублей два. 2500. 2500! Молодой человек не сдается. Ничего себе! Гош! Это уже интрига. В таком случае, но по-прежнему, если вы забыли, я очень долго уже говорил, о чем здесь речь-то, собственно говоря. Это концерт, который только что здесь был записан. Свежий, так сказать, свежий звук, еще тепленький, на замечательную пленку производства Свема. И, стерео. Да, стерео, опять же. Не знаю. Что-что? Даешь бобину. Даешь бобину. Секундочку, пока у нас 2500 мы остановились. Вот человек, который не сдается. 2500 раз. 2500 два. 2750. Ну что ж, 2750. Самое удивительное, что непонятно, на чем вы это будете слушать, но, в общем, можно приколотить к стенку. А, вот мне подсказывают, можно в The Head прийти и послушать в любое удобное для вас время. Опять же, с друзьями, конечно. Друзья будут счастливы, я думаю. Лёнка, Свема, стерео. Опять же, да, я совершенно забыл, вот я просто новичок в розыгрышах такого рода, в аукционах. И я, да, не указываю все кайфы, которые здесь есть. Тут еще росписи всех присутствующих сегодня артистов, и в том числе, конечно же, Билли Новика. Итак, 2750 мы остановились, да? 2750 раз. 2752. 3000. Не сдается, молодой человек. Мне нравится ваше упорство. Итак, 3000 рублей. По-прежнему уникальная запись. Да, она не потеряла своей красоты за время вот этого розыгрыша. 3000 рублей раз. 3000 рублей два. И, наконец-то,
3250. Слушайте, я уже не знаю, что говорить про эту красоту, потому что все вроде сказано. Итак, замечательная пленка Свема, стереозапись, уникальный бобиновый магнитофон Astra MK110S1, лучшие, так сказать, джазмены города. И у нас 3250 рублей на кону стоит. 3250 рублей – раз. 3250 рублей – два. 3500! Это уже борьба. Ну что ж, 3500 рублей. Да. Интересно. Ну так вот, мы продолжаем наш конкурс. 3500 рублей стоит на кону. И у нас вот наметилась битва между двумя молодыми людьми. Одна колода. 3500 рублей раз, 3500 рублей два, и, наконец-то, 3500 рублей... Никто больше не желает стыкать подарок? Никто не желает. 3500 рублей три! Ура! Я прошу вас подняться на сцену, молодочек. Я, к сожалению, не знаю, как вас зовут, сейчас вы представитесь, конечно же. Мы торжественно вам вручим эту замечательную пленку. Друзья, обладателем этой уникальной пленки стал Евгений. Вот. С большим удовольствием вручаю вам эту бобину. Это действительно редкость, раритет во всех смыслах этого слова. Начиная, да, с пленки Свема и заканчивая ее уникальностью звучания того, что здесь было. Больше нигде этой записи нет. Тем более в таком варианте. Еще раз вас поздравляю. Ждем вас, да, к нам каждый вечер. И не только во время рождения и разрешения. Ура, друзья, и через буквально каких-нибудь 10 минут мы продолжим, собственно, джем.